Когда-то было подсчитано, что игра «Пасьянс-косынка» приносит мировой экономике ежегодный ущерб 800 триллионов долларов за счет потери рабочего времени. Сдается мне, что с появлением соцсетей и Твиттера «Косынка» уже не так активно ворует рабочее время у офисных сотрудников. Это Точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. Интернет-портал «Нашгород.ру» запустил новый сервис «Попутчики». Отныне пользователи могут не ездить на общественном транспорте, а договариваться о совместных поездках и подвозить друг друга. Сервис может стать полезным для тех, кто устал добираться на работу в переполненном автобусе. Чтобы им воспользоваться, нужно добавить свой профиль в колонку «Готовы составить компанию». А для автомобилистов со свободными местами в машине существует другой раздел под названием «Готовы подвезти». Создатели сервиса советуют не забывать указывать свой маршрут из точки А в точку Б и время выезда и прибытия. Все пожелания попутчикам в отношении пассажиров и водителей можно указать дополнительно. Связаться с выбранным попутчиком можно через личные сообщения. Итоги общероссийской социальной программы подвели в Тюменской области. Благодаря ей дети-сироты нашли свой дом и родителей. Напомню, в начале июня в регион приехали инициаторы проекта, съемочная группа телепрограммы «Пока все дома». Они подготовили видеоматериалы для информационно-поисковой системы в интернете, где каждый желающий усыновить ребенка может познакомиться с ним заочно. В электронной базе разместили 21 историю детей, оставшихся без родителей. На сегодняшний день 17 ребятишек устроено уже в семьи, и надо сказать, что они все проживают в Тюменской области. Продолжение проекта планируется, и очень бы хотелось, конечно, чтобы это продолжение состоялось на следующий год. Но пока об этом говорить рано, думаю, надо сначала устроить всех детей. Сейчас мам и пап ждут еще 4 ребенка. Всего же в регионе 785 детей живут в интернатах и мечтают о своей семье. Социальная сеть Facebook обнародовала список наиболее популярных тем в статусах пользователей за 11 месяцев 2011 года. Об этом сообщается в блоге соцсети. Основатель Apple Стив Джобс. Именно его в статусах упоминали чаще всего российские пользователи Facebook. Сообщается на сайте лента.ру. Также в тренды попадали Япония и Домодедово, привлекшие внимание мощным землетрясением и терактом. Остальные 7 строчек в списке занимают политические темы. На первом месте в мировых трендах убийство Осамы Бен Ладена. В топ-10 попали также смерть музыкальной исполнительницы Эми Уайнхаус и Стива Джобса. Facebook составил также список страниц знаменитостей, набравших в 2011 году наибольшую популярность. Среди актеров интереснее других для пользователей оказались Меган Фокс и Вин Дизель, а среди музыкантов Риана и Боб Марли. А это видео принесла в редакцию одна из зрительниц программы «Точнее.ру». Кошку зовут Люсика. В отличие от большинства своих сородичей, Люся непривередлива в еде. Жареная картошка, соленые огурцы, йогурты. В общем, ест все подряд. Вот и на этот раз решила чем-то полакомиться. Я взяла йогурт. Это была программа «Точнее.ру», и в конце, как всегда, наше традиционное видео с YouTube.